Беларусь и Польша расширяют сотрудничество в сфере транспорта и коммуникаций. Как отметили сегодня на встрече руководители профильных министерств обеих стран, один из главных аспектов – это восстановление белорусско-польского участка водно-транспортного соединения международного маршрута Е-40. Большие взаимовыгодные перспективы у перевозок речным транспортом, который мог бы курсировать между Балтийским и Черным морями. Однако для этого необходимо усовершенствовать инфраструктуру. Мы обсудили с господином министром Адамчиком вопросы развития погранпереходов, вопросы содержания реконструкции мостов, автомобильных, железнодорожных. Мы договорились и в скором времени подпишем соглашение по строительству нового моста. Мы хотим развивать наше сотрудничество в области железнодорожных грузоперевозок. И здесь транзит между Европой и Китаем при взаимодействии наших стран может стать определенным драйвером развития межрегиональной экономики. По итогам белорусско-польских переговоров стороны подписали два меморандума о взаимном сотрудничестве.